У нас завтра особенный день. Назарчику исполняется 5 лет. Пока он спит, мама решила немножко украсить комнату. Вот заказали вот такую циферку 5 с утяжелителем. Это часть подарков. Завтра будет распаковка. Тут в чемоданчике находятся сюрпризы и плюс еще супер подарок в секретном месте. Потому что если Назар его увидит, он остальные может не разглядывать. Также немножко гирляндочкой такой украсила. Happy birthday. Такую открыточку. Вот такая свечечка в торт. Тортик будет завтра. Мы уже его забрали. И вот такая вот медалька супергероя. Именинника. Завтра хочет одеть его в школу. Также были сегодня у знакомой, тоже украинки. Забирали тортик на заказ. И ее сыночек, ему 10 лет, подарил нам вот такой вот трек и множество машинок Hot Wheels. Так что Назар сегодня был безумно счастлив. Но про торт он не знает. Мы его прятали в секретную коробку. У кого день рождения сегодня? И это тебе, да. А ты, подожди, ты сначала открой. Там еще что-то есть. Да. Да. Дай пойдем сам открою. Открывай сам. Да, а другой замочек в другую сторону. Другой замочек в другую. Вот этот. Вот так. Вот. Да. Ой, гуд. Что там? Показывай нам. Это тебе, да, набор ручек, да? Дальше посмотри, что там у тебя еще. Это да, это шортики плавать, тоже Спайдермен. Это футболочка, да. Дальше. Две кепки аж тебе. Халк и Спайдер. Вон, видишь? Это первая Спайдер, вторая Халк. Давай. Папа сейчас снимет, а ты пока дальше. Давай, померяй. Высокие. Кроссовки, да. Адидос. Дальше. Это... Они пусай. А это опыты делать. Там 50 опытов. Будем с тобой вулканы делать, да? И вот тут еще клад искать надо. Будем с тобой делать, да? Заниматься. Да подожди сейчас, Назар. У тебя же еще не все подарки. Еще ж Я ты. хочу помадки, кошелки Подожди, еще посмотри, что там еще в чемоданчике. Что там еще есть в чемоданчике? А это футбольная, да, футбольный костюм, играть в футбол, да. Смотри, шортики. Иди сюда. Мы же в новом футбольном костюме. Готовы играть в футбол? Да. И в кепке Халк. Нравится тебе? Удобно? Потом-ка обязательно поедем погуляем. Удобно тебе просто. Не ожидал? Пока был на втором этаже, к тебе еще один подарок приехал. Да? А это что? Покажи. Что это? Hot Wheels трек большой, да? Да, это папе работа на часик, наверное. Приехали на аттракционы праздновать день рождения в город Блэкпул. Зашли вот в комната ужаса. Вход. Билетики онлайн заплатили 100 фунтов на троих. Идем в вход. Я тебя подержу. Водичка? Сели на самолетике. Будем сейчас взлетать. И вот такой вид сверху. Это башня свободного падения. Полетели на заре. Мы уже Скорость, взлетаем. Назад. Да, мы выше. Назад, посмотри, вот Мы так выпади. выше.
А под нами кафе, и мы на здании, прямо на крыше здания. И вот такой красивый водопад. Алиса в стране чудес. Ты же хочешь фоткаться? Сейчас будем по сказке. Сейчас будем кататься на котике. Едем по темным коридорам. Ого! Барышня стоит какая. Шахматы. Кареты. Смотри, глазки светятся у собачки. Боже, как красиво сделано. Смотри, какой кузнечик сидит. Ого, лягушка прыгает, лягушка, да? Прыгает на нас прям. Глянь, как красиво сделано. Круто. Теперь мы едем в комнате страха. Что это такое светится? На нас прям. О, свет, появился свет, ура! Вот здесь мы только что катались. Это комната страха на таких вот повозочках. Пришли в зону Nickelodeon. Детская зона. Ну, хотя тут есть и взрослые аттракционы. Едем на таком паровозике. Путешествуем по парку. Заодно смотрим, где мы еще можем покататься. Вот такие американские горки. Тут их около 10 разной сложности. Видим, попали в парк юрского периода на паровозике. Вот такая красота. И въезжаем в туннель. Следующий аттракцион, вот такие вот машинки такси. Мы думали, они медленно едут, аж нет. Они едут очень быстро. И можно руль покрутить, но они не взлетают. Вот. Ошиблась, взлетают. Машинки взлетели все. Очень хорошо, что сегодня будний день и мало людей, потому что на каждом аттракционе вот такие вот билетики надо сканировать. Когда очередь, это не совсем удобно и очень медленно получается. Это первый раз. И на кассе даже вещи проверяли, рюкзаки и карманы. Это первый раз такой, если честно. Есть еще вот такой аттракцион. Но с Назаром туда точно не пустят. Кружит нас, да? О, аж сила притяжения срабатывает. Как нас закружило, завертело, да? Назар, ты что-то начал ко мне прижиматься плотно? С чего бы это, а? Это оно. Оно само? Оно само прижимает тебя, да? Поближе к маме? Что катались с Назаром на вот такое вверх и вниз, аж бабочки в животе. Ну, прикольно. Ездим вот по водичке. Но это интересно, когда кто-то напротив сидит и друг дружку брызгает. И вот так мы крутим рычажок, и водичка брызгается. И мы плывем. Получается? Да? Получается? Плывем вот на таких каретах водных. Вдоль домика, фонтанчик. Это девочка с мультика с какого-то. Подсолнухи, какая красота. И мы ей не управляем, она толкается о бортики. Сама плывет. Катались мы на таких лодочках. Поднимаешься наверх. И оттуда спуск резкий. Правда, вышли все мокрые. Подарили мы, значит, Назару вот такой трек. Папа сложил. Показывай. И падает
Наш дракон, попали ему в голову. Тут несколько этажей, лифт, да? А на втором этаже? Наклеечки. Да, наклеечки на завтра наклеивал. Стрелочки, куда ехать. Внизу у нас что там? И мойка, и заправка, да? Несколько этажей, несколько дорожек. А давай на другом этаже еще. Запусти на другой. Запусти на втором этаже. Это мойка машин. Мойка машин, да. А это не надо идти по дороге. Запусти еще на другой маршрут, на ниже этажом. Давай, покажи, как еще ниже на лифте опустись. И все это. Давай. Let's go. Давай ниже. Вот тут, давай вот тут, да. Она сейчас будет крутиться по кольцу. Лифт упал. Давай. Поднимай. Поднимай, поднимай. Да, еще. Вот. Все, запускай. Выстрелила не туда. Вот, поехала машинка. И выехала. И запускаем. Ну, это просто прямо едет и спускается с горки. Покажу еще один подарок моему сыну на день рождения. Это подружка с семьей подарили вот такой трек Hot Wheels. Тут есть гараж для машинок, можно ставить, машинки хранить. Также это динозавр, вести его так вот. И он поедает машинки. А потом мы за крылышки его поднимаем. Хвостик опускается. Он становится на задние лапки. Нажимаем кнопочку, и машинки оттуда выезжают. Также можно запускать головы. И можно запускать тут место для двух машинок с этой стороны. Вот. И он спускается просто как с горки по хвостику. Очень даже прикольная игрушка. Издает множество звуков.